пойду схожу за счастьем на базар, а после в супермаркет за удачей. И что с того, что это не товар? Я попрошу еще любви на сдачу. И взвесьте мне, пожалуйста, грамм 100 той совести, что с краю полкой ниже. Просрочено? Ну ладно, я потом куплю в другом ларьке. Вижу, вижу, по акции есть скидка для меня. Давайте доброты, насколько хватит. А есть у вас от злых людей броня? Что-что, на это деньги жалко тратить? А средства есть от жалости у вас? Микстура от тоски, сироп от скуки. Продайте мне еще вот этот шанс и крепкую настойку от разлуки. Уюта мне семейного мешок, чтоб высший сорт, другого мне не надо. И красоты вот той с пометкой шок. Таблетки от неискреннего взгляда. А дружбу как? Поштучно или на вес? Сегодня вы любезно продаете? Нет, не куплю, а просто интерес. Зачем так жить? И есть ли смысл прощать? Еще здоровье близким прикуплю и буду им дарить на дни рождения. В продаже зависть? Зависть не люблю. Продайте лучше полкило терпения. Доверие не нужно. В прошлый раз купила оптом. Мне надолго хватит. Продайте все запасы слез из глаз. Зачем? Да чтоб не плакала душа у тех людей, в которых много света. Ведь жизнь тогда добра и хороша, когда у вас в продаже боли нет. Нет. Счастье на базаре не купит. Но если мы научимся делиться тем самым счастьем и любовь дарить, то все плохое просто испарится.